С Новым годом. Так, ребят, ну что, готово? Кринж ТикТока с Новым годом. Погнали. Чего, блядь? Один час? В смысле один час? Че, гоу-марафон по ТикТоку, ребят? В смысле один час? Говорят, что любовь греет. Любовь нихуя не греет. Вчера вечером с девушкой погуляли, простудился нахуй. И что, мне целый час теперь это смотреть, да? А, реально кринж какой-то. Я надеюсь, мои шутки на моем стриме, ну, смотрятся иначе, не так же кринжово, как это. Ошибаюсь от того, что мне сосет почти модель. И я не кончаю внутрь, а она пьет, как антимейт. Это тайности гордень. Я проклятие, она пыль. Если хочешь заплатить... Уходи. Кыш. Спасибо. Ступай. Меньше, чем... Спасибо, Анюта. Я не люблю детей. Я не буду весь чат смотреть, не переживайте. Бля, что за... Когда сдохла математичка, и ты не подготовился к ее уроку. Та-да-да-та-та-та-та. Парам-пам-пам-пам. А что с монитором-то? Походу, у него не только математичка сдохла. Что с монитором? Еба, это вы сегодня, кстати, со своими родителями. Бля, какие. Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me. Oh, feel. Это же сколько? Ребята, я сказал начальнику. Если мне не будет премии... Вы сейчас будет осуждение, наверное. Я эту морду вижу, и мне... Я вот... Сука, я чувствую, что сейчас будет аж... Подождите. Фу, блядь. Ну ладно, я ошибся. Там была очень смешная шутка. Ребята, я сказал начальнику. Если мне не будет премии... Я твой номер телефона дам детям в детском саду и скажу, что это прямая линия с Дедом Морозом. Потом посмотрим. It all started with my mom, met my dad, and it had me. Hi, I'm black, and this shit don't make sense. Как такие видео вообще снимают? Это же не постанова, потому что там реально кипяток. И типа... Как, блядь, так происходит, что она вот именно в этот момент решила взять камеру и поснимать видос, как будто она знала, что это произойдет. Видимо, не в первый раз, да? У, сука, кипяточка. Папа хочет папа. Барби хочет бабки. Бля, как реально кринж нахуй. Боже. Она что, зубы проверяла во рту, типа на месте или нет? Ебать, это шо, это пацан или девушка? Ля, сука. I don't understand how people can call this messy. This is not even messy. This is Саратовской области. This is a messy ponytail. Ба, хочу такие же. Бля, я хочу быть такими, как они. Вот эти вот люди, которые снимают такие тиктоки. Не такими, как они, а имеется в виду вот без комплексов, чтобы вот прям вот так вот в открытую все снимать и на похуй. Я там стесняюсь лишний раз повернуться налево, потому что, о боже мой, все видят мою нерабочую сторону лица, блядь. О, господи.
Вы бы знали, чего мне стоило, знаете ли, снимать встречу с Дизи. Я даже не знаю, о чем я больше думал. О том, как я выгляжу на камеру, или о том, как же круто, что я Дизи встретил. Вот. Как бы, ну. А ей вообще насрать. Она над этим вообще, ну, как бы, она на приколе. Ей чисто пихуй, понимаете? Смотри в глаза. Я сказала в глаза. Я не Минздрав. Предупреждать не буду. Бля. Ты я рыгнул на стриме. Ух, сука, демон, блядь. Ну все, заканчивай. Я понял, страшно. Дорогой. Что? Я скинула, прикинь. Серьезно? Да. Смой за собой. О, блядь. А, блин, лицо у мужика, конечно, сразу видно, что вот... Когда я вижу такие лица мужиков, я понимаю, бля, хорошо, что я не планирую, знаете, заводить семью. Потому что потом сидеть с такой же полумертвой мордой, я точно не хочу, о, понимаете? Но человек, видно, заебался от жизни полностью. Вообще, вот... Вот эти вот... У меня тоже синяки под глазами, но здесь другое, понимаете? Да. Вот именно усталость от семейной жизни. Так, из-за своих дурацких шуток ты на месяц остаешься без секса. Слушай, за себя говори. Чего? Ебать, это бабуля? Ёп. Кто эти бабушки, тоже вот непонятно. Их или, ну, я не знаю, или их заставляют внуки снимать. Но я не вижу внука. Тут видно, что бабуля реально старается. Она сама пошла на этот шаг, чтобы в ТикТок что-то записать. Ну как она додумалась-то до такого? Как? Когда полдня не могла поесть мел. Ебать, этот звук. Мама учила быть гордой. Чтобы вы понимали, есть... Сейчас покажу. АСМР. Мел. Всем жри давай. Они жрут мел, короче. И делают из этого АСМР. Да, получается. Вот даже мужик этим занимается. О, привет! Не буду. Ну, лучше здесь буду только я. 0-0-0-0. Спасибо тебе большое, Линкс. А он реально вкусный, его как бы... Зачем вообще люди некоторые едят? Я слышу, что это когда у тебя недостаток чего-то в организме, тебя реально тянет сожрать мел. Гордый. Папа учил быть сильной, а брат просто сказал, обидят, порву. Мама учил... Боже, блядь, что это там такое вылезло? Что за орангутанг голый? Это пузо чьё-то? Какого хера сейчас появилось на экране? Бесспорно, вы все тигры. Иди отсюда. Вот вроде гей, да? Что первый, что второй, вот этот вот, который... Который как он... Пахучий, блядь, этот... Как он там, король ароматов или кто он там? Они постоянно употребляют это запрещенное слово. Я не трогаю Андрея Петрова, я к тому, что они любят это слово употреблять. Похититель, да. Вот, вор ароматов, короче. И вот как потом Твичу объяснить, что, ну, они же сами геи, вот, они употребляют это слово, и что я могу сделать? Поэтому я их сразу, короче, похуй. Ну, аромат же.
звук. Я думала, ты не услышишь, я пернула. Нет, хлопающий звук. Я жарю попкорн. Я просто трачу себя, я без дач в тебя. Пьяный врач мне сказал, между нами стрельба. Бля. Между нами война, между нами пыльба. Мне больше интересно, как он сейчас Новый год встречает. Наверное, так же. Где-нибудь там, не знаю, в подвале с друзьями, там, знаете, в гараже, может быть, там, чисто... А! А эти люди нет, Элви. Спасибо, Жоржет, за 100 рублей. Так начни ТикТок снимать. Между нами вода, между нами... Люби, корми и никогда не бросай. Понятно, да? Понятно, да? А ну-ка, кормить меня начали. Синьор, синьорита, пизда не побрита. Синьорита, рита, жопка не брита. Когда в 2059 году вырубили все деревья, и ты остался одним бревном на планете. Господи, я сейчас микрофон проглочу. Не нужна мне корона, принцесса и горы. Растаман везде все свое возьмет. Что забудет, украдет. Но время летело и деньги не самое главное в жизни, но они становятся главными, если их все время не хватает. Когда-нибудь вы за один день заработаете столько, сколько не могли заработать за всю жизнь. Так что терпение. Как-то слишком глубоко получилось, да? Еще больше. А у меня пищун пока. Я не показывал. Ой, ёпт. Ты мне что не показывал? Чё ты врёшь? Я сам видел. Показывал ты ему? Да, что ты врёшь? Причем это не мыло. Оно же не пенилось. Рано спермакс-то. Господи. Только не раскрывай, пожалуйста. Успел, засейвил. Чего, блядь? Чё так сложно-то? Не веряешь глубоко в человека. Заклепнёшься. Чего, блядь? Не ныряй глубоко в человека. Не ныряй глубоко в человека. Заклепнёшься. Жужжу ты блядь глубоко. Отличные песни сейчас записывают, ребят. Вот я заметил, с каждым разом песни становятся все более непонятнее. То есть, в принципе, сейчас песни такие, их даже не нужно понимать. А и не нужно, как бы, в этом нет смысла. Просто... Я вот песню запишу там в следующем году новую. Вот реально такую и сделаю. Просто я даже не буду петь, просто... И автотюна надо добавить на все вот это. Просто, знаете, песня умирающего там деда. И все, и под это флексить все будет. 18 тысяч. Чего нахуй? У меня зарплата 18 тысяч. А где донаты тогда? А у Стаса Михайлова 18 миллионов.
но я, сука, не расстраиваюсь, потому что в этой жизни все для меня. Все для меня, рассветы и туманы. Give me some! Бать, это женская общага, что ли? Ебать, не хотел бы там быть, конечно. Это дом сумасшедших, блядь. Наверное, одно и то же. О, господи. О, господи. Это Якста после стрима. Это Якста после стрима, ну да. В песнях можно... В песнях можно. У тебя топ тада 4000. И то это с прошлого стрима, потому что опять зависло. И сегодня у нас топ тада 2000 с чем-то рублей. И это на Новый год. Ай-яй-яй. Ебать. Ну давай, залезай сюда. Куда? Вот это сейчас тайминг. Мои дорогие. Он что, спрыгнул? Эй, мадам, я тебе большой джуджу надам. И все свою патинку продам. Чего-чего? Будем и лягушку есть, я ненавижу тебя жесть. Джи, всем салом, малек. Ебать. Это вы на моем стриме и я. Ну а шо, нехуй спать. Кого? Боже мой. Пиздец, конечно. Try me. Чего? Чего? With... Типа он крутой, что у него типа медали есть, типа он умный или что? Знал я, когда учился в школе, медалистов, знаете, медали их, которые, кстати, по-моему, вообще из картона сделаны. Что толку-то от этих медалей? В итоге они тупо лежат у тебя дома на полочке, как бы и все. Ладно, если хочешь продать, можно было, но нет. О, осуждаю, наверное. Кулзис, спасибо тебе за подписочку. Здравствуй. Снимайте трусишки, мальчишки. Настя, гламурная сучка летит к вам. Ебать, новый трек Иванга, Ивангай. Курва. С наступающим пук. Я иногда думаю, а иногда нет. Не забывай тех, кто помогал тебе, пока другие придумывали отмаз. Боже ты ж, ёпта. А мне вот как худому никогда не понять, каково быть толстым человеком. Типа как это ощущается, когда у тебя такое пузо? Как можно, как вообще? Типа, а как спать? А как на животе спать? Как это вообще? Я никогда не был толстым, понимаете? Никогда. Как так? Типа, как люди живут? Типа, это удобно? В чате пишут, норм. Норм спать мягко.
Норм, норм, опа, спалились, да? Отдышка. Не, ну то, что одышка, да, я с бананом как-то прогулялся 5 минут, все, банан уже, стой, подожди, сейчас, перерыв. Вот это, конечно, вот это страшно. Вот это вот стрёмно, конечно, это же как бы на сердце нагрузка очень сильная и такое себе. Ля-ля, сука. О, боже. Что они с этой дубинкой будут делать, я боюсь даже представить. Развелась с мужем после 10 лет брака из-за ТикТока. Можно познакомиться с тобой? Блядь, что? Чао, персик. Дозревай. Женька, а ты же подкаблучник? Да. Это маска? А скажи что-нибудь на каблуковском. Это наше совместное решение. Жиза для братишкина, наверное. Чего, блядь? Ага, так вот кто пирамиды строил в Египте. Сука. Хуже, чем ты думал. И правда, не врет. Я хуже, чем ты думал. Вера. Господи, блядь. Хочу в рек, хочу фрек, фокушнок, тики-ток. Сейчас еще пернет, да? Господи боже. Пиздец, девки, вы как-то странно развлекаетесь, я не знаю. Просто каждый раз, когда я вижу что-то подобное, когда две девки там нажрутся или там в ханахате у себя тусят, они творят какую-то полную дичь. Просто вообще. Вам совет хороший дам, доверять нельзя ментам. Коль увидишь на пути, лучше будет обойти. Даже если твой сосед не хуёвый с виду мент, головой ему кивай, но руки не подавай. Видите, вот если бы я сделал такую фотку на фронтальную камеру, я бы ее тут же удалил. Но он ее оставил и выложил в интернет. То есть, как работает голова у этих людей. То есть, я вот делаю фото, это для меня неудачное фото. Вот я увидел, я такой, ебать, удалить. О боже мой, и удалить из корзины еще. Сразу же, а то вдруг кто-то взломает и увидит эту жесть. А он просто такой, сфоткал, То есть, у них вообще нет чувства чего, вкуса, я не понимаю. Как это работает? Как у них это работает? Фейк или слоумо? Смотрите. Блять, он в больнице живет или это у него реально такая хата с такими стенами и потолком? Сейчас пернет. О, господи. О, нет, о, нет, о, нет. Мама, я лечу! На! The Huntsman, bro, that thing. Сейчас прыгнет. That thing is fucking. Война начнется, все к мусорам побежит. Чего? Кого, блин? Типа намек на то, что якобы вся Россия не уважает полицию, да? Но если начнется война, вы же к нам сами побежите. Ну, я так понимаю, полицейские в этот момент будут мстить нам, да, обычным гражданам. Типа, вот вы нас не любили, да? Пау, блядь!
Все. Я гиперфункциональная цисгендерная сексистка. Два года походила на 600 килограмм и прожила РПП. Лежала в 45 психиатрических больницах. Кого? И уже в 3 года съехала от родителей. Кого? И заработала свой первый миллиард. А, ну чисто мои подписчицы. Только не нагибай. С тобой я буду грубияном, да я буду грубияном. Я буду грубияном, да я буду грубияном. Я буду грубияном, да я буду грубияном. Я буду грубияном, буду грубияном. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. Плюс инвалидность. О, господи. Мне, блин, напомнил этого. Я думаю, вам тоже его напомнил, да? Ну, блогер. Давайте, напишите. Я хочу, чтобы вы отгадали, кого он... Слидан! То, блядь, серьезно? Не только я об этом... Или это он и есть? Это не виски, это... Айран или что там? Это я сегодня. Чё, блин? Мне, кстати, на самом деле всегда было интересно. Вот, то есть, я помню, когда у родителей жил дома. У нас там много животных, да, где-то 9 котов, 2 собаки. Порой я в туалете такой сижу, пукаю там, какаю. А рядом кот сидит, и я думаю, бля, а что он думает? Вот ему как бы нормально, что я сижу, пержу, как бы, да, рядом с ним. Ему что, норм, типа? Как вообще-то? У вас есть кот дома? Вот вы когда дрочите, он как вообще? Вы его убираете, закрываете где-то в ванне, или вы вам пофигу, типа, что кот смотрит на вас? Я не знаю, если бы у меня было домашнее животное, я бы, наверное, не смог перед ним дрочить. Чисто в шкафу его закрываешь на время, пока это... У меня нет кота, нет. Я говорю, если бы у меня был, я не знаю, как бы я жил. Да что он делает? Фу. Че за хуйня? Когда пытаешься посмотреть видео этого Влада Бумаги. Ебать. А че мне не... Да сука ты... Бах, лил, памп. О май гад. Я хуже, чем ты думал. Познакомиться с тобой. Чао, персик. Кринж. Блин, а если вот твой ТикТок попадает в кринж ТикТока компилейшн, это обидно или нет? Я бы записал ТикТок, и в итоге я попадаю в кринж. Я бы, наверное, блядь, такой думал, подумал бы, не, я лучше канал удалю, что-то я куда-то не туда свернул. Дозревай. А что сейчас будет? Наступающим. Так а где дозревание-то? Oh my god, just look at that ass. Hey yo, rich boy check. Я не могу остановиться смотреть эту хуйню, ребят, спасите, пожалуйста, а. Давайте так, 1000 рублей, я скипаю. Я не могу остановиться. Ну, мне нужна мотивация, чтобы перестать это смотреть. Дай его пос... Ты мне не даешь его поставить на пол. Посмотри, сразу рот открывают. Отойди. Немножко лучик врезался. Лучик, подожди, растяжечку свою давай. Вместе с растяжкой. Пряник, ну смотри, как ты достаешь его. Он уже не рад встрече. Моя мама рассказывала, что твоя мать шлюха. А что это значит?
распутная девка, а значит, ты такая же. Эй, сучка, не хочешь ротиком для нас поработать? Блядь, откуда это? Откуда это вообще? Из «Игры престолов»? Чё-то не помню. И там что, играла вот эта вот музыка, да? Как он, Lil Peep или кто он там? Lil Rip, не помню уже. Это из аниме? Че, серьезно, из аниме? Минусы быть парнем. В смысле? Ресторан, ага, могут забрать в армию. Вот тут циклы, кстати. Неудобно, когда обнимаешь. Жзола, пацаны! А, меня же девки смотрят. Летали любовь с табаком. Летали выше, чем эти балконы. Тот трек я стёр и нет. Бля, а шо с бровями-то? Напой мне, а мы мешали любовь с табаком. Латину надо поднять. Ура! Рычагом. Скип. Я его дам. Канал нужно завалить камнем. Камень? О, Намели, спасибо, спас меня. Не дам, дам. Спасибо. Теперь я не понимаю, люди плакают, потому что я скипнул или потому что камень не дали? Чё ноете? Мне в лицо этого парня, деда, мужика, короче, напоминает кого-то. Чё случилось? Не лайкай. Парни. Парень. Мальчик. А чё там такое-то? Есть оригинал? Что это? Мне теперь интересно стало. Что они там увидели, что даже чуть парень даже не заплакал? Это видео. Мой телефон лежит на краю стола. И он упадет от вибрации. Аллаху акбар. Аллаху акбар. О, господи, боже, это я, кстати. Hey, B, we got a scrap on you. Hold up, shawty. Не, ну даже я не такой худой. Right, сорян, bro. Конечно. Come on, bro. А, белка, что ли? Что за хуйня, господи. О, боже мой. Я все. Писать, писать, писать. I can take a man if I want to. I can take a man if I want to. I can take a man. Try to take my man now. Boo. Boo, boo, boo. She see money all around me. I look like I'm the man. Grandma. 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 Grammy. Grandma. She's out. Grandma. Oh my god. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Что такое? Господи, что за...